Особое внимание в университетской клинике Казани уделяется кардиохирургии. Уже ровно год прошел с момента проведения первой операции на открытом сердце в кардиохирургическом отделении университетской клиники КФУ. За это время было сделано более 260 успешных операций. В основном, конечно, в составе этих 260 операций это аортокоронарное шунтирование, но в то же время мы продолжаем развивать компетенции в области борьбы с нарушениями ритма, хирургическое лечение нарушения ритма сердца. Помимо аортокоронарного шунтирования, врачи-кардиохирурги провели такие операции, как протезирование и пластика клапанов сердца, операции при тромбоэмболии легочной артерии, а также операции по лечению аритмий сердца, такие как имплантация кардиостимуляторов, дефибрилляторов, радиочастотные абляции с применением новейшего навигационного оборудования для картирования миокарда. Нашими основными целями на ближайший период является создание и внедрение в нашу работу новых компетенций в области сердечно-сосудистой проблематики. Мы хотим совершенствовать наши умения и знания в интересах наших пациентов в области борьбы с нарушениями ритма. На лечение в клинику приезжают не только жители Татарстана, но и пациенты из Самары, Оренбурга, Ульяновска, Республики Мариэл и других регионов России. Идет активное налаживание сотрудничества с докторами в близлежащих республиках и областях. Мы заинтересовали нашим уровнем компетенции, нашими технологическими возможностями врачей-кардиологов близлежащих регионов, и они активно направляют нам на консультацию пациентов с целью принятия решения о необходимости операции. Большинство операций проводится бесплатно в рамках ежегодно выделяемых квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам России. Анна Глазунова, Олег Апачаев, Универньюз.